на перце русский размер бивни мамонта порадует возможностью выращивать красные и желтые плоды. Зрелый овощ имеет удлиненную слегка изогнутую форму. Его длина достигает 27 см, а средняя масса – около 200 грамм. Сладкий перец этого сорта универсален, его можно есть сырым, подвергать любым видам кулинарной обработки, мариновать и консервировать на зиму. Перец сладкий русский размер бивни мамонта – это травянистый высотой 100 см с типом роста, высокорослый. Перец сладкий русский размер бивни мамонта имеет ранний спелый срок созревания. Плоды имеют массу 200 грамм. Вкус сладкий, мякоть нежная. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.